Сегодня главный врач Кашхабинской центральной районной больницы Заур Хашев вручил ключи от новой санитарной машины водителю врачебной амбулатории села Натырбаван. Машина хорошо приспособлена для езды по сельской местности. Она предназначена для доставки врачей к пациентам при обслуживании их на дому. Действует программа развития сельского здравоохранения. Программа эта довольно обширная и многогранная. Она включает в себя в том числе решение транспортных проблем сельского здравоохранения. В этом году мы именно сейчас поступления новых автомашин как бы не ожидали еще. По плану эти машины должны были поступить в следующем 2024 году. Но наверху было решение, которое мы встретили с энтузиазмом. Министерство здравоохранения Республики Адыгея именно сумело изыскать возможность поставить эти машины именно сейчас. Это нас устроило более чем, потому что нуждаемость в новых автомашинах высокая. И когда мы эти машины уже получили, уже легко было определить, куда они пойдут, и туда, где была наибольшая нуждаемость. На сегодня это были амбулатории Натырбовская врачебная амбулатория и врачебная амбулатория в поселке Дружба. От лица Натырбовской врачебной амбулатории участковый врач-терапевт выразил благодарность главе республики и Министерству здравоохранения республики. Еще раз хочу сравнивать нужно со своей, со служебной. Я Спасибо. Чтоб славно послужили. Будем стараться. Выражаем огромную благодарность главе Республики Адыгея, министру здравоохранения и главному врачу за оказанную такую помощь. Действительно, транспорт нам был очень необходим. Будем, как говорится, работать и ездить. Спасибо огромное.